Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в продолжение прохождения замечательной карты, которая называется Assassin's Creed. Элементы паркура, элементы драк и многое другое вы увидите опять в этой серии, поэтому, ребята, если вы хотите продолжение, не забываем ставить лайк. Чем быстрее наберем 2000 лайков, быстрее выйдет новая серия. Если каждый из нас поставит лайк, вообще серия может выйти еще сегодня, поэтому, ребята, не ленитесь. Подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, поэтому я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков. Я прошу вас потратить на меня только 2 секунды, поставив лайк, поставив подписку, но за это, ребята, я вам скажу большое честь спасибо, и также выпущу новое видео как можно быстрее. Больше мы тянуть не будем, и сразу же будем приступать к самому видео. Фу, ребята, в этой серии у меня получилось уложиться в 40 секунд. 40 секунд приветствия. Ребята, пишите в комментарии, хотите ли вы, чтобы были такие приветствия или еще даже короче. Я буду пытаться и стараться их делать. Ну что, ребята, мы сразу же будем приступать, потому что у нас тут на очереди 10 различных миссий. Первая миссия у нас начинается тут. Поэтому мы, ребят, сейчас действительно станем настоящим ассасином. И как видите, миссия называется... Миссия 1. Друг? Что за друг, мы узнаем в этой серии. Забираем баблону, которую мы нашли в этом сундучке, и смотрим, что... Ух ты, офигеть. Офигеть. И, ребят, я не знаю, буду ли я вот это все читать. Может, я переведу это быстренько себе. Короче, привет, дружище, мое имя такое-такое-такое, и меня захватили люди, которые хотят отобрать у меня королевство. И поэтому я обращаюсь к тебе за помощью, потому что ты можешь спасти это королевство от разрушения. Перед тем, как ты начнешь уничтожать какие-то цели, которые находятся в моем королевстве, там будет один друг, который зовется... Абе Софиан, я не знаю, то ли это пацан, то ли это девушка, но все же ее захватили, взяли в плен и поместили в тюрьму. Нам нужно ее спасти и бла-бла-бла-бла-бла, в этом вся суть. Но, ребята, не будем мы больше тянуть и сразу же приступаем. Миссия 1, там было написано The Prison. Кто меня ударил? Это ты меня ударил? Это вот ты меня ударил, а? Вряд ли это он меня ударил, но все же, ребята, Templar Guards. Guards House. Да, то есть, ага. Так, сейчас, прочитаем, ребята, что нам нужно сделать. Цель. Найти Гвардсхаус, то есть дом охранников. И найти ключ, который откроет вход в тюрьму, там, где будет Аббес. Ну, это, я не знаю, это существо, которое нам нужно спасти, которое взяли в плен и поместили в тюрьму. Нам нужно спасти Аббес. Надеюсь, то, что Гвард... то, что стражник на страже. Стражник на страже, ну, в принципе, так оно переводится. А, нам нужно, походу, ключ найти или что-то в этом роде. Но я, если честно, не представляю, где может быть ключ. Вот смотрите, ребята, тут мы выйти не можем. Мы вообще никак не можем выйти. Все, что нам нужно... что за хрень? Почему я дверь не мог открыть, а сейчас могу? Что за идиотизм? Ага, что за бред? Ты не... Я не представляю, как работает вот этот скрытый клинок. Чат нам пишет, что ты не можешь держать скрытый клинок, ну, включенным на большой промежуток времени. Но я не представляю, как он работает. Там просто нужно его, вот, допустим, взять в руку и сразу же ударить. Допустим, вот так ударить и спрятать. Что-то в этом роде, я не знаю, ребята. Ну ладно, сейчас мы будем искать все припасы, которые... О, вот тут мы можем куда-то? Нет, не можем никуда запрыгнуть. Мы будем искать все, что нам может пригодиться. Видите, тут есть сундучки с едой, с печеньками. Также с чем это? С хлебушком. Поэтому, ребята, мы сейчас все это заберем и потопаем дальше. Ребята, первая серия Assassin's Creed — это был туториал. Это первая миссия этой замечательной карты. Если вы хотите, чтобы мы продолжали проходить эту карту, потому что тут есть 10 миссий. 10 миссий это можно даже растянуть на 10 серий. Поэтому, ребята, 10 серий Assassin's Creed в Майнкрафте. Если вы хотите, чтобы мы каждый день проходили Assassin's Creed, вы знаете, что делать, ребята. Я еще раз вам скажу, вы реальные молодцы за то, что вы ставите лайк, потому что на первой серии Assassin's Creed мы, в принципе, набрали такое нормальное количество лайков. За это, ребята, я вам даже скажу большущее спасибо. Вы реально очень крутые. И прям я... Все, что я вам могу сказать, это спасибо, и выпустить новую серию, что я уже сейчас, в принципе, сделал. Поэтому, ребята, хотите новые видео, хотите больше Assassin's Creed, вы знаете, что делать. Ну, в принципе, сейчас мы будем это все собирать, быстренько соберем. Тут столько много еды, что это просто может сойти с ума. Я даже не знаю, сможет ли она нам пригодиться, и вот столько много еды нам, наверное, хватит до конца прохождения вот этой карты. Вот да, кстати, даже вот тут у нас что-то есть, и вот тут у нас что-то есть, и это мы уже все забрали. В принципе, что у нас тут написано? Что тут написано? Put key to the prison here. То есть помести ключ, чтобы открыть тюрьму вот тут. Но сам ключ я еще пока что не нашел. Я, если честно, не представляю, где он может быть. Вряд ли его спрятали вот тут в наковальнях. Хотя, может быть, все может быть.
Опа, я что-то тут вижу. Ха, я слышал какой-то звук. Найти ключ в тюрьму. Вы, ребят, тоже слышали то, что открылся какой-то сундучок? Вот. Ах ты, зараза, спрятанный сундучок под столом. Это мне очень нравится. Вот такие мини-пазлы, которые реально увлекательные. То есть не пазл, знаете, как существуют какие-то карты, где прям, ну, реально нереальные, как реально нереальные какие-то пазлы. То, что вообще невозможно толком отгадать. А вот это, нашел кнопочку, нажал, где-то что-то открылось, побежал, увидел, нашел сундук, достал ключ. Это офигеть какого-то. Что у нас тут написано? To the prison, то есть в тюрьму. Мы, в принципе, уже поняли, что у нас тут. Будут ли тут у нас какие-то враги? Guards, armors and weapons. А, круто, но я это не могу взять, потому что тут у нас блок, и я не могу открыть этот сундук. Замечательно. Может, это такая шуточка, или, в принципе, оно так и должно быть, не знаю. Cell One. Так, я должен проникнуть через охранников и найти ключ к камере Аббес. Ну, в принципе, in the Warder's office, то есть в каком-то офисе нам вот это все нужно найти. Найти ключ в офисе, ага, ага, destroy the warden, take case after the... Ага, ну, в принципе, найти ключ и вот это... Уй! Они нас, в принципе, могут увидеть. Чувствую, что нам жопа. Чувствую, что нам жопа. А как вы хотите, чтобы я... Я не могу взять вот эту броньку. Я ее не могу взять, потому что это закрыто, да? То есть тут ничего такого нету. И, в принципе, как мне тогда... Ух ты! Нифиг. Ага! То есть я его убил с одного удара вот этим спрятанным клинком. О, я даже... Так, я что-то вообще не понимаю, как вот это все работает. А-а-а, ну дайте мне... Да, иди, иди. Во! Фу. Как-то мы выжили. Замечательно. Я там опять кого-то слышу. Нам нужно найти в первую очередь офис. Что у нас тут? Кей-холл. То есть сюда ключ поместить. Джиммис. Нет, это нам не Джимми нужен. О, офис. Нашли офис. Ахри. Хей, ю. Вон с моего офиса. Нифига себе. Убить Вардена. Нам нужно его, ребята, убить. Круто, мы его убили. Замечательно. Ключ 4. Ключ 6. Никого нету. Никого нету. Замечательно. Ну, в принципе, ноут нам не нужен. Забираем баблону. Забираем ключ 5. И тут у нас что еще? Ключ 1, ключ 3. Офигеть, сколько тут ключей. В принципе, мы можем много камер открыть. Я не знаю, нужно ли нам это делать или нет. Может, там реально будет что-то полезное. Сейчас, ребята, вот мы это все посмотрим. Бабло нужно забирать, бабло полезное, с помощью его мы можем покупать различные вещи. Тут у нас что-то, кстати, может быть спрятанное, замыканное, да? Ой, ты напугал, зараза, прям! Напугал, зараза, прям! Так, ну что, ребята, ключ. Какие ключи у нас есть? Давайте вот это выложим вот сюда и возьмем. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ключ 1, 2, 3, 4. Короче, у нас много ключей есть. Тут у нас какой? Джимми Селл. Откуда я могу знать? Джарис Билли Джимми. Вот, Джимми. Замечательно. Вот, открылись двери. Джимми. Да кто меня бьет, зараза? Это ты сейчас меня ударил или кто? Да кто меня, мать... Воу! Что за хрень? Привидение, Джимми. Джимми, привидение. Ты тут? Не трогай меня. Охрень... Да ты что, издеваешься, твою мать? Ух ты, орб, нашли орб, орб, оп, орб, оп, 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 оп. Орб нашли, это круто, мы его можем коллекционировать. Да дайте мне вылезти уже, офигеть, как ты медленно поднимаешься. Не бейте меня, не бейте. Так, замечательно. Цел 3, в принципе, и вот это открылось, но тут ничего нету. Ух ты. Вот это нам нужно, уголек нам пригодится. Уголек пригодится, а вот это все остальное нет. Мы это мы не можем открыть. Замечательно, вот это все сейчас заберем. Вот так, все, потопали дальше. Ищем... Unusual hallway. Ну, в принципе, нужно искать другие камеры. Твою мать, я обосрался чуть. Так, что... О, еще один орб. Два орба в одной серии. Замечательно просто. Опа! Я реально прям напугался, не знаю почему, когда вот эти стрелы вылетели. Фу. Нужно искать камеры, которые мы можем открыть, потому что они реально могут быть полезны, и мы там можем найти очень даже нужные вещички. На, зараза. Я, в принципе, понял в какой-то степени, как использовать вот этот, да. То есть, смотрите, сейчас, ребята, сейчас я вам покажу. Бьем вот этим,
У нас вылезает железный меч. Это спрятанный клинок. А-а-а, я понял. Это офигеть как круто продумано. То есть мы высовываем клинок, у нас появляется железный меч, мы можем ударить ним 1-2 раза, и потом клинок скрывается, и все, то есть железный меч пропадает, и мы опять можем бить только деревянным. Офигеть, как круто, вот это реально мне нравится. О, кстати, дырища тут. Еще один орб, 3 орба в одной серии. Это просто зашибительски. Так, куда мы еще можем пойти? Кейхол, Джарис, вот Джарис, ребята. Помещаем вот сюда. Вот, спрятанный клюк. Да хрень! Как я вот это... Что это за хрень, а? Что это за хрень? 1,5. 1,5. Да хрень меня бить! Я не знаю, кто меня бьет. Привидения какие-то. Привидения какие-то. More cells. То есть, больше камер. Есть ли смысл туда идти? Есть ли смысл? Так, тут у нас что? Ларис. Лари. 6. Ага, вот это. Замечательно. Ларри, это ты, не бейте меня, даже не смейте меня бить, потому что я не знаю даже, кто меня бьет. Ларри, тебя выручить, дружище, что ты мне скажешь? Так, сынок, ты можешь принести мне свежей водички? Ну, в принципе, я могу вот так, а это не свежая, да, my friend? Я нашел, что я нашел? Ага, то есть его вот этот коллектор воды грязный, и нам нужно достать ему свежей водички. Его друг Билли может нам в этом помочь. А Билли у нас есть тут, кстати? Билли, да, есть у нас Билли, поэтому Билли Джонса мы сейчас найдем и принесем ему, точнее, он нам сможет дать чистой водички, и мы вернемся к нашему дружищу Ларри, да, как я понял. Опа! На тебе, на, замечательно, офигеть, вот это реально мне очень даже нравится, вот этот скрытый клинок. Put the key, ага, Abyss, то есть Abyss у нас вот тут, мы пойдем, Биллис, вот, кстати, Билли, мы пойдем туда после того, как мы закончим вот эти дополнительные задания. Ага, то есть наполнить вот тут, наполняем, замечательно, Билли, могу ли я использовать чуть-чуть воды? Ну, когда я уже забрал всю воду, да, в принципе. Sure thing, son, то есть, конечно, сынок, ты можешь это использовать. Это для Джари. Я he's getting dirty water in this cell. То есть, я слышал то, что он получает грязную воду в его камере. Мы ему поможем, ребята. Сейчас мы туда вернемся. Мы сделаем доброе дело. Вот. Да, я дал. Here's some water, son, I found. То есть... Вот тебе водичка, я нашел водичку, спасибо, сынок. Ага, ну все, много всяких разговоров. И он нам дал звезду, ребята. Звезду, которую мы также можем коллекционировать. Замечательно. Я тут, в принципе, еще что-то видел. Или нет, или я ничего не видел. У нас осталось еще два ключа. Опа, там я тоже кого-то видел. А у нас осталось еще два ключа, ребята. Один ключ это от камеры Abyss, да, в принципе. Ой, тут, кстати... Офигеть, я только сейчас заметил, сколько там много вот этих всех сундуков, а мы можем туда пробраться? Что тут у нас? Я это не могу ломать, к большому сожалению. Боб, да, Боб у нас тоже вот тут есть, открываем двери. Не бейте меня, призраки! Круто, да. Самое... О! 1,5. Что? Это открывает тайные сундучки. И я только сейчас понял. Ну ладно, пофиг. Unusual hallway. Опа! Перепрыгнули. Так, еще один орб. 5 орбов в одной серии. Опа! Ну как, перепрыгнули, но по жопе все-таки получили. Storage room. Поместить 40к сюда. Офигеть, сколько тут сундучков. Я хочу сюда пробраться, но я не могу, потому что у нас нету других ключей. У нас остался только один ключ. К большому, ребята, сожалению, я очень бы хотел туда пойти, но вряд ли мы туда сможем пробраться, потому что реально ключа у нас просто-напросто нету. Это что у нас тут? Cell 27. Все, в принципе, мы сейчас будем возвращаться туда, куда нам нужно. А вот, тут у нас должна быть, или должен быть, наш друг, я не знаю, я, если честно, до сих пор не понял, кто такой Abyss. Это он или это она? Тут у нас ничего нету. Давайте покушаем перед тем, как туда пойдем. Так. Открываем. Нет, это все-таки чувак. Наконец-то я нашел тебя, Abyss. Сейчас мы можем отсюда выбраться. Больше стражников уже на пути. Это ты? Это ты, Альтаир? Да, да. Они нас найдут в любую секунду. Да не бей меня, дебил! Да я же на твоей стороне. Ты что, предатель нафиг?
Что за безобразие? А! На тебе! Что за безобразие? Так, я что-то не понял, кто меня вообще бьет нафиг? Он меня бьет? Он меня реально бьет? Или кто меня бьет? Я, если честно, не понимаю. Да уйди ты, умри ты. Абис, ты... Ты на моей стороне? Я что-то не понял. Дайте я еще раз прочитаю. Может, он нас реально предал? Так. Goodbye, my friends. What are you mean? Oh, I called you. То есть он нас предал. Харе, молния, ты заколебала, а? То есть нам нужно убежать, ребята. Мы могли убежать перед тем, как туда ворвались вот эти все стражники. Он нас предал. Заразен, а ты паскуда, а? Найди выход с этих канализаций. Он нас предал. А мы шли его спасать. Вот так верить, ребята. Вот так верить людям. Он сказал то, что... Ох, Альтаир, я должен тебя оставить здесь одного. И мы ему сказали, что ты имеешь в виду, Абис? Прощай, мой друг. Угу, мой друг. Два часа спустя. Убегаем. Так, вот сюда? Нет, не... Откуда мне... Да дай мне вылезти с этой водяры. Куда мне бежать? Я не понял. Тут выхода в принципе нету. Что-то... Так, сейчас, а куда мне бежать? А, вот тут выход нафиг, я его не заметил. Вот слепошара Эдисона. Так, о, выбираемся с этих канализаций. Дайте мне выбраться. Предатель Абис, да дай мне выбраться. Предатель все-таки Абис, а? Дай мне вот, замечательно. Так, все, и в принципе сейчас нам нужно вернуться. Да, комплект! Мы получили 2 алмаза за выполнение первой миссии. Оу-е! И в принципе, что у нас тут написано? Start over here. Это что такое? Hit button to debug the level select room. А ну это, в принципе, нам сейчас в данный момент не нужно. Click to unlock. Unlocking. Разблокировка, ребята. Второй уровень у нас разблокирован. The banquet. Банкет, ребята. Что у нас тут есть? Забираем, забираем, забираем. Но это мы уже прочитаем в следующей серии, потому что, ребята, мы больше не будем проходить миссии в этой серии, к большому сожалению. Если вы хотите, чтобы мы больше проходили, вы знаете, ребята, что делать. Так, давайте вот это заберем. Я сейчас спущусь на первый этаж. Поздороваемся с нашим дружище, который сейчас нам наваляет по жопе. Да, дружище? Да, я, в принципе, уже знал. Дай нам хавчик, спасибо. Foods on me. Идем сюда и покупаем. Что я хотел купить? Или я хотел обменяться? Я хотел вроде обменяться. Вот так и вот так. Вот так. 10 алмазов. 15 алмазов. Оу, е, детка. 15 алмазов. Давай, покажи нам, чувак. Нет. Назад! Эцио Бутс. Чувак, верни нас, пожалуйста, вот, назад. Замечательно. Спасибо. Талк. Вот. Он нам показывает, что у нас есть. Я хотел бы вот этот меч. А это что такое? И что оно делает? Давайте прочитаем. Product description. Да не... Так, вот. Вот что нам нужно. Так, замечательно. Ого, нифига себе, призывает фаербол, то есть огненный шар, можно сказать, гранату, если так образно называть. И select your inventory, и помещает его в твой инвентарь, вот эту гранату. Ты можешь стрельнуть в том направлении, в каком ты целишься, и in the direction you choose. Ну, в принципе, это понятно, но я не знаю, нужно ли нам вот это. Или нам все-таки нужно купить ботиночки Эцио, потому что я там видел реально очень крутые ботиночки. А покажи нам, чувак, эти ботиночки. Вот смотрите, у нас есть ботиночки Эцио, у нас есть ботиночки охранника. И сейчас мы это все посмотрим, какие лучше купить. Что нам дают ботиночки охранника? Protection 2. Хрень. Честно скажу, хрень. Что нам дают ботиночки Альтаира? Давай, давай. Хоть мы и Альтаир, но почему-то в магазине продают наши ботиночки, да? То есть они не на нас, а они продаются в магазине. Protection, they include speed. Ага, то есть они включают в себя скорость и защиту 3. А ботинки Эцио, что нам дают? Ботиночки Эцио. Давай, вот так. Что они нам дают? Скорость 2 и защиту 3. Да, в принципе, мы купим ботиночки Эцио. А сколько они стоят? 9 алмазов. В принципе, мы можем купить 9 алмазов. 9 вот
Так, ставим сюда. Замечательно, ребята! Speed 2, скорость 2 и Protection 3. Эцио сам использовал вот эти ботинки. Эти ботинки дадут тебе скорость тигра. Скорость тигра. Эцио, спасибо тебе за эти крутые ботиночки. Давайте, ребята, все поблагодарим Эцио. Спасибо тебе. Сидем сюда. Носатый сейчас умрет, ребята. Знаете, я предсказатель. Смотрите, носатый умрет. 3, 2, 1. Не знаю, почему так сделано. Пни нас по жопе, пожалуйста. Спасибо. Идем дальше, но в принципе, как дальше? Ребята, дальше уже некуда, потому что мы будем заканчивать эту серию прямо сейчас, на этом крутом верхнем красивом этаже. Следующая серия у нас называется «Банкет», точнее, следующая миссия. Если вы хотите больше Sims Creed, вы знаете, что делать. Быстрее наберем 2000 лайков, быстрее выйдет новая серия. Когда мы наберем... сразу выйдет. Ребята, не поленитесь, если мы все дружно соберемся, каждый из нас поставит лайк, то мы наберем 2000 лайков практически за пару часов, и сразу же выходит новая серия. Не поленитесь, ребята. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. Я приглашаю вас всех вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Я вас всех прошу потратить на меня только 2 секунды. Это не так много времени. 1 секунду на лайк, 1 секунду на подписку. Потратьте 2 эти секунды, чтобы сделать меня намного счастливее, но за это, ребята, я также вам скажу большое спасибо и выпущу для вас новую серию как можно быстрее. Я говорю спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Не все досматривают видео, которые идут больше, там, длятся больше, чем 20-30 минут. Многие перематывают, многие выключают. Кто досмотрел, вы реальные молодцы. Я не знаю, что вам сказать, но вы реально крутые перцы. Поэтому, ребята, приходите смотреть новые видео. Да, я всех приглашаю. Я вас жду на каждом новом видео. Не стесняйтесь, приходите. Я всегда буду рад вас видеть там. Ребята, мы будем прощаться. Встретимся в следующей серии. Когда она выйдет, зависит только от вас. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.